Привет, друзья! Приятного вам аппетита! Спасибо, что включили это видео. Сейчас мы будем с вами смотреть веселые видосики. И настроение поднимается. День, когда я и мои друзья закроем ипотеки. Мне кажется, мы будем выглядеть как-то так. Holy shit! Is that Jennie? Are you Jennie from Blackpink? Это Дженни из Blackpink. Oh my god, can I get a photo? Oh shit. Да уж, что-то она изменилась. Yo miro usted del gobierno canario. Это точь-в-точь мы с женой, когда ссоримся. Читающие девушки прекрасны. Нацелуй меня. Целуй. Покрепче. Милый мой шарик. О боже. Что-то Фиона уже и в реальной жизни стала выглядеть как огр. И настроение поднимается. Ха, маскировка – это его второе имя. Ха, так выглядит маршрутка в 8 утра. Садимся. Ну все, дорогая, к лету ты не похудеешь. Не, ну этот к лету точно не готов. Когда жена беременна, все гладят ее по животу и поздравляют. Но почему тебе никто не гладит яйца и не говорит молодец? Стэтхэм, как всегда, рубит правду. Что-то сейчас будет. Это страйк. И настроение поднимается. Так, давай начнем с простого. Хорошо. 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 Хорошо, блядь. Электроперфоратор. Так, электроперфоратор сложно. Давай, шуруповерт. Шуруповерт. Зубарев отличный преподаватель. Смотрите, пришел на перерывчик с работы домой. Ты мой мальчик сладенький. Пил чаек, смотрите. Чайник из каленого стекла, если что. Дорогой чайник. А, ну и чаек остался. Гарашечка, вкусно? Котик чаек попил. Скажи спасибо, что он телевизор не смотрел. Да, именно так и снимают тренды в ТикТоке. Дорогие друзья, сейчас вы наблюдали, как рождаются итальянцы. Они идеально подходят друг другу. Вот так эпидемии и получаются. Дорогая, может, вызовем другого сантехника? И настроение поднимается. Это каска для строителей из Дикого Запада. Всем привет. Привет. Сейчас покажу вам лучшее упражнение с блинами. Ну давай. Получается, я тоже своего рода спортсмен. Чешите меня семеро. 22-й год обзывают жирный. 23-й год сожрала всех, кто обзывал. Я, пожалуй, не буду это никак комментировать, а то мало ли что. Я работала весь день, он не работает уже 2 года и не хочет искать работу. При этом он ждет, чтобы я готовила и убиралась. И выходит из себя каждый раз, когда я ухожу из дома. Бросить его? Милая моя девочка, не мучай себя. Найди себе нормального кота, который будет тебя уважать. Ком танцен. Их вильних. Ком тринкен. Их вильних. А Белла из «Сумерек» все-таки встретила свою старость вместе с Джейкобом.
Многие, если ключи выпали из рук, наклоняются, чтобы их поднять. Но на самом деле это не обязательно. Просто летите в космос, дождитесь, пока Земля повернется вашим городом вниз, ловите ключи так, и поднимать их вам не придется. Я так постоянно делаю. Со мной воюет сатана. Ха, маршрут перестроен. И настроение поднимается. Ну, так себе сиденье, если честно. Это меня будет. Утром в понедельник. Хорошая идея. Вот когда спамеры позвонят, сделаю так же. О, да. Я тоже покупаю своему коту дорогие лежанки, но он все равно предпочитает спать на сушилке белья. Или еще хуже. Ути маленький. Спите в этой лечебной позе каждую ночь, и ваша спина перестанет болеть. О боже, телевизор! Как это произошло? Дети, я мочу мать! Это лучшая реклама презервативов, что я видел. Алиса, включи чайник. Алиса, включи музыку. Алиса? Алиса, включи музыку. Алиса, я тебя сейчас в магазин сдам. Это какой-то не до конца умный дом. Надо его немножко поднастроить. И настроение поднимается. Ребята, спасибо за просмотр. Сегодня мы с вами подняли настроение. Не забудьте перейти по ссылке в описании и посмотреть ролик о Леже в игре. До скорых встреч!